подкаст. Тебе бесконечно можно слушать, да. А Сашка делаешь, а Сашке делаешь роман? Нет, не делаю, к сожалению. К сожалению, не делаю. За какие тут качества Сашу полюбил? Ну, блин, Сашка, она крутая, она такая, знаешь, слово не скажи, я там палец дай, она полу хоть откусит. Но она мне вот этим привлекла, я помню. Я прилетел на Сейшелы, она такая, она всем всегда, у нее для всех был ответ. Причем ответ всегда был такой, знаете, она всех ставила на место. Мне это всегда ей нравилось. Такой, знаете, внутренний стержень мне очень понравился. Вот. Ну, иногда, конечно, ее заносит. Вот. Ну, как без этого-то? Мы все, как говорится, на скользкой дорожке находимся. Меньше стали звать на мероприятия ведущим. Меньше. Потому что я перестал практически... Ну, вот недавно выложил там пост, а так вообще я перестал анонсировать, что я ведущий. Вот, потому что я ушел, углубился в это строительство. Очень 4 месяца, грубо говоря, я изучаю, обучаюсь. Вот, но в итоге к чему-то пришли. А Венцеслав реально такой? Нормальный Венцеслав. А Нелли тоже поехала отдыхать. Ребят, я не знаю, что там. Спросите у Нелли. Да мне тоже говорили, что первую машину лучше на механике взять. Ну, чтобы не было проблем, ездить на механике, садись на автомат и сразу только на автомате дальше. Мы с Сашкой такие дерзкие. Да. Мы замечательная семья, счастья, здоровья вам, вашей дочери. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Жень, люди в провинции могут и о семерке мечтать. Ну, ребят, ну, блядь. Дело-то не в том месте, где вы находитесь. Знаете, не место красить человека, а человек место. Женечка, ну передай привет моему мужу Павел Макарюк. Павел Макарюк, огромный тебе привет. Береги свою бабоньку, пусть у вас все будет хорошо. На мази, как говорится. Смазь лыжи, смажь лыжи и вперед. Да Нелли там в одном доме также. Да хорошо, ребят, дай бог, слушайте, мне Нелли... Манданели, Хринели. Ребят, мне все это неинтересно. Это не нужная информация для меня. Она не важна для меня. Она не имеет никакой смысловой нагрузки. Да, круто, хорошо, да, они все живут в одном доме. Супер. Неинтересно мне это все. Нет соблазна вернуться к легким деньгам. У меня никогда не было легких денег. Мне вообще деньги легко никогда не достаются. Женя, как узнать о том, кто будет следующий эфир? Без понятия. Помню, как одралась Сейшелок с какой-то бабой. Вот именно, с какой-то бабой. Даже имени никто не помнит. Но все помнят, что она наваливала, Сашка моя, всем. Спасибо большое. Как относишься к Коле Бузовой? Положительно. Жень, мы тебя видели в клубе «Лев» на... Ленинском, общались с тобой, хочу эфир. Лев, что за Лев, клуб Лев, что за... На каком, когда вы меня видели там, Евгения? Давайте, раскройте секрет, когда вы меня там видели. Сколько лет назад вы меня там видели? Да я тоже их помню, Сейшел, такие забавные. В жизни всякое бывает, может случилось необходимо, будет на механике. Блядь, хватит. Ну хватит, какая механика? Дебил. О, супер. Появился повод заблокировать человека. Я уже думал, блядь, ну где вы? Где вы, крысы? А вот. С Бородиной не общаюсь. Передай привет Наталье Жучкевич. Наталья Жучкевич, огромный привет. Привет, Катя, привет. Комары летают. Ты же говорил, на проекте для тебя были ЗП легкие деньгами. А, ну эти, да. 3 года назад, блядь. 3 года назад Ленинский клуб Лев. Я даже такой не помню. 3 года назад клуб Лев. Что за Лев клуб? А что я там делал в этом клубе? А может и 5 лет назад. А, ну да, блядь. А может и 5 лет назад. Вот из-за таких, как вы, потом у меня вопросы будут у жены. 3 года, а может и 5 лет назад, а может и 7 лет назад. Мы уж точно не помним. Ну вот это вот. Вот, вот помню, общались. Мы с женой 5 лет. Вот вы сейчас пишете. Мы общались с вами 3 года назад в клубе «Лев». Потом пишете, а может 5 лет назад общались. А может 6 или 7 лет назад общались. Не понимаю я вот это. Да ты соберись там уже, не знаю, там вспомни уж точную дату. Я даже клуб такой не знаю, Лев. Клуб Лев, да, блядь, клуб Лев. Лев, блядь. Тяжело было после Дома 2? Нет, не тяжело, мне нормально. А может, ты не видела, да, а может, ты не видела, а может, и не общались. А потом вот это, знаете, а потом по интернету ходят слухи. Кузин там, блядь, с какими-то бабами общался в клубе в ночном. Честно говоря, мы не помним, когда это было. 3 года, 5 лет или 10 лет назад. Ну, я помню, мы общались, блядь. А потом мне жена звонит, говорит, Жень, что такое?
Я хер знаю, блядь. Ну, кто-то там, блядь, с батуна нахерячил сообщение. Потом за него, блядь, тяни эту мазу. Кому-нибудь нужен живой аккорд? Нет, не нужен. Оставь себе. Помирать будешь, кто-нибудь тебе сыграет на нем. А может, это было не ты. Да, а может, это было не я. А может, тебе приснилось. А может, мне приснилось. Не, нормально напишут. 3 года назад общались. Бля, или 5 лет назад, точно не помню. А мы с мужем 10 лет, у нас 4 детей, и все где. Ой, я поздравляю вас, спасибо. Что такое живой аккорд? Живой аккорд, ну, это аккордеон, наверное. Жень, мат, извините, пожалуйста. Маты, все, простите, простите. Я просто ненавижу вот это вот. Ерунду, которую, понимаете? Жень, ты такой открытый человек, не сегодняшний день, это большая редкость, да. Хочу Мазерати, ну понятно. Ну вот тебе надо разрабатывать оральную зону. Челюсти надо разрабатывать, тогда будет Мазерати. А, вот. А может Honda Accord, не знаю. Блевотная вы семья, бьюти баюля. Откуда ты, бедолага, сеновала, что ли, упала? И прям хлебала в дерьмище в коровье, что ли? Не могу понять. Сидишь это сообщение и пишешь. Вся в дерьме в коровьем, да? Как можно зайти вообще к человеку в эфир и написать «Блевотная вы семья». Так блюй, что ты... Ля, ну кобыла тупорылая. Ой, шелуха, блядь. Грибковая. Уроки горлового пения брать для Мазера. О, там не уроки горлового пения. Там прям надо на с красным диплом закончить. Чаще показывайте, где вы когда смогли придумать, что где для вас видео. Спасибо. Опять курить пошла. Давай, у тебя же 4 детей. Ты уже курив. А где напили? Не знаю, где напили. Напили. Не обращаю внимания. Да не, все нормально. Да не буду я никого блокировать, слушайте. Что произошло с подписчиками? Почему-то их так мало. Живой аккорд, который в родной краске. И не биты, с пробегом 150 тысяч. А! Фу, какой комментарий написал, ужас. Ребят, вот девочка, кто там писала, девочка, которая мечтает об аккорде, Honda Accord. Вот вам готовы за 150 тысяч рублей продать в краске, в заводской. Пожалуйста, вот. Ой, слушайте, супер. У нас, ребята, здесь на секундочку Авито. Мы здесь можем продавать и покупать. Она живет в Избербаше. Блин, скотинка подвела меня. Я начал читать все. Больше люблю... Ну, вот в последнее время полюбил вино белое. Ну, меня Толик подсадил на вино, на белое. Не то, что подсадил. Ну, как-то так вот. Лишь бы подосрать. Нормальная семья. Улыбка классная у тебя. Я влюбилась в твою улыбку. Вот зачем писать гадость? Привет, Владикавказ. Владикавказ, привет огромный. Мне солярий нужно продать. Никому не надо. Бродовая, вот, кстати. Кому нужен? Авито, Ару, да. Кому нужен солярий? Вот. Только я так предполагаю, что солярис, наверное. А вы солярий продаете. Девочки, кому солярий нужен там? Жопу. Жопу, да, прокачать. 150 тысяч пробега. А, пробега 150 тысяч? Ну да. Это успех. Улыбка – это кривая, которая выпрямляет все. О, ничего себе. Привет из Волгограда, привет. Как начать новую жизнь? Умереть и заново родиться. Как начать новую жизнь? Хотите, покажу наш дом, в котором мы живем? Забасывайтесь. Туалет хотите, покажу вам. Туалет. Вы готовы? Смотрите. Готовы? И кувшин. Ну-ка, я потрогаю. Чего ржете? Сейчас я в туалет схожу. Сейчас приду.
Ну чё, как вам туалет зачетный? Я вам говорил, что тут все не лыком сделано. Туалет, да, для мусульманин. А кто там про детей про моих написал? Подождите, сейчас я прочитаю. Бич пишут. Заблокировать. Сейчас всех в петушатню отправлю. Кто про детей писал? Сейчас в петушатню. Дочь его не троньте. Кто пишет? А ну да, я сейчас. Где про дочь пишут? Слышно? Ну это я воду открыл в раковину, воду открыл. Не хватит ерунду писать. А кто написал? Ну скиньте мне, кто, какая мразота про дочь про мою пишет. А ну подожди, как я его и заблокировал, да, эту гниду? Сейчас я после эфира зайду, я его разблокирую, пидора этого гнойного. А какие мерзкие люди. Покурим, пойдем? Пойдем. Тань, твой муж пришел. Тань. Или она спит уже? Ребят, смотрите, холодильник сейчас покажу, смотрите. Марина пишет. Да, что за Марина? Подожди, сейчас я найду мерзость эту. Сейчас я гниду эту найду, беспонтовую. Тварину эту. Марина. Ну, сука, тупорылая. Гнида, а. Не могу найти. Показать, что у меня в холодильнике? Опа. Овощи. Так, лепешка. Баранинка. Пиво. О! Жигули. Лучше корону. Так, пацаны что-то спустились, пойду с ними курить. Да ты же забыл. А, видите, я даже не видел, что он написал, и я ее сразу заблокировал. Вот что значит чуйка к мразям. Холодильник эластика. Да ладно вам, что холодильник. А вы что не спите? Уф, кайф, брат, да, это вкуснятина там. Кушать захотел, но... Папа может, но что, ты не знал, что ли? А, Марина Ди. Алиса, а ну это, тварь эту, скинь в директ мне, пожалуйста. Мерзопакостного. Покажи друганов. Блин, а я не знаю, они как, не против. Пацаны красивые. Блять, красиво, смотри. Опа, это Танькин. Таня писала. Вот у него, кстати, через неделю уже дочка родится. И вот красавица. А у тебя когда, кстати? Через месяц. Через месяц? Сын? Блять, красавцы, пацаны. Ладно, не прячься, это мамка не смотрит эфир. Ладно. Хорошие пацаны, воспитанные очень. Они из Вы же из Буденновска, да? Саропольский край, Буденновск. Кстати, недалеко от Зеленокумска, город, в котором я служил в армии, Зеленокумска. Ваше здоровье. Хорошенькие. Ой, холодненькая. Да удачи, открыл холодильник. Удачно, да. Женя, к тебе на работу можно устроиться? Коломиец, можно. А что ты умеешь делать? Только не пиши, что все.
Ну, кто-то каменщик, кто-то плотник. Красивые ребята. Красивые. Молодые, потому что еще. Красивые, молодые, симпатяги. О, бля, вас там хвалят. Барсы знатные пишут. А, барсы знатные у меня на кофте? Или пацаны? Молодые, да, молодые, молоденькие, молоденькие. Я вот не понимаю таких дебилов, которые пишут про... Ладно, хватит. Красивые ребята, красивые, красивые. Жень, в Турцию поедешь? Я не люблю загадывать. И оба заняты. Мало того, что еще там еще жены с детьми. Вот, там не то, что заняты. Вот, там уже конкретно. Красивые пацаны. Ставропольский край супер, да. Не женатые? Пацаны, вы женатые? Женатые, женатые. Женатые, женатые. Сидит, давай. Кольцо Мордора, видишь, пока. А где твое кольцо, кстати? Тоже. Вот такая вот, ребята, у меня работа. Вот. Приезжаем на объект, пацаны приезжают. Вот. Сидим, общаемся, разговариваем. У меня муж золото. О, это жена? Да. А что, это у тебя борода была такая? А ну, смотрите, я сейчас покажу. Да ну, Гамаль. Да нет, я тебя сейчас покажу. Смотрите, молодой, красивый. Готовы? Запомнили? Запомнили? Кстати, борода у него, мама родная. У вас салам алейкум, брат. Это с женой они. Привет, Дагестан. Дагестан, привет огромное. Жень, с какого ты где? Жень, с какого ты где? Что пьешь? Почему, почему не Саша отдыхает? Ребят, бывает так в жизни, что... А что-то нельзя было показывать? Да, я не знаю, я не люблю, понял. Как это. Ну, а это, брат, они... Слушай, это мои бабоньки. Они даже... Они, не поверь мне. Я люблю мужиков, да-да-да, слушай, застеснялись, а где жены? Дома, в Буденновске, да. Ребят, ну есть разные люди, есть такой, как я, который бы это, с бородой четко же было, брат, четко было с бородой. Есть такие люди, как я, которые готовы там на показ показывать свою жену, а есть ребята скромные очень, которым это чуждо. Тебе, кстати, пишут, что тебе очень идет борода. Я девушка, которая продает Хонду и езжу на Газели, работаю на мясе, сама все могу разделать, умница. Конаково? А, у нас же объект в Конаково есть. Кстати, мы очень любим Конаково. Мы туда постоянно ездили с семьей отдыхать. Вот. И нас там очень любят. Недавно звали, но правда сказали. Приезжайте в Конаково, там фестиваль пива был. Приезжайте на 3 дня. Я говорю, ну, у меня Саша, говорю, в Турции. А, да? Ну, тогда не приезжайте. Как Саша приедет, приезжайте. Ну, они любят Сашу, потому что у них большой поток рекламы идет. У них много подписчиков. Короче, блядь, козлы, блин. Да не, шучу. Хорошие ребята, но я их тоже понимаю. Им надо было прорекламировать. Конакова мы очень любим. Акцент как будто родной твой. Эй, какой? Чё, какой акцент? Ты там давай туда-сюда не делай это мозги мне, а? Ладно? Акцент, говорит, какой-то. Не понимаю, что он там хочет акцент. Какой сбой? У тебя сбой показывает? Он тебя не показывает, а я тебе показываю. А. В интернете беру. Походу, один из них мой брат. Ольга Нас. 968, не? Без бороды красавчик. Женя, ты по нации русский? Смотря какая ситуация и какой народ рядом. Вот. Я могу под... Я, как это, знаете, как многопрофильный. Многопрофильный, да, это. Туда-сюда могу... Под любой народ я могу это туда-сюда компенсировать свой какой-то недостаток и вот, в общем, в целом быть прям своим. Понял, наверное, в чем я? Программа «Жди меня теперь». Завтра выходной? Да завтра, ну, как выходной? Мы работаем завтра. Вот пацаны приехали, завтра покажем объект, что делать надо. Мы уедем в Москву. Через какое-то время пацаны приедут. Борода, наверное, колется. Поставь, сколько у тебя было бы подписчиков, если бы ты был девушкой. Если бы я был девушкой, сколько у меня было подписчиков? Ну, не знаю, я же не могу все взять. Слава богу, я мужчина, и мне вот достаточно, что у меня в пол первого ночи больше 200 человек сидит. Пацан, счастья, любви, здоровья и семьям. Пацаны, счастья вам желаю. Спасибо, спасибо. Да. Ты на дагестанца похож. Я сегодня, да, на дагестанца похож. Есть же момент такой там. Чисто свой тип, вах-вах, да-да-да-да-да-да. Мой барс рядышком похрапывает. Не барс, а поросеночек у тебя там барс. Тоже мне придумала там. Кошару там своего поглаживает. На пиле теперь не будет ничего писать, что в следующий раз. Да я никогда в жизни не заблокирую. Слушай, она девка,
постоянно жалуется на свою жизнь, постоянно. Я же ее не этот, я просто реально хотел ей помочь. Она постоянно пишет, что то мама ее выгоняет из дома, то она там вены собралась резать. Я же не шучу, она реально, она такая. Она постоянно пишет, она постоянно на каком-то негативе это все пишет. Хонду купите? Ребят, Хонду продают, покупайте. Спать обычно во сколько ложишься? Я с вами посижу сейчас, пойду спать. Не знаю, Сашке напишу, если не будет спать, Сашке поговорю и спать лягу. Есть же, есть, да. Давайте, девки, все пишите про Барсов, что делает. Ау. Вы с Александром вместе? Вместе. Она всерьез. Напиля всерьез постоянно пишет. Я ее почему запомнил, потому что она постоянно пишет, что у нее проблемы какие-то в жизни, постоянно. Она маленькая, там, я не знаю, лет 16, что ли, или 15 вообще. Она вообще маленькая какая-то девочка. Жень, ты умеешь на гитаре играть? Нет. Саша отдыхает в отеле за рекламу? Нет, Саша отдыхает не за рекламу, Саша отдыхает из-за того, что у нее очень хороший муж. И у нее большое количество подписчиков. Дочу балуешь? Сейчас не балую. Привет тебе с Пятигорска. Пятигорск, огромный привет. Пятигорск сколько километров от Буденного? 120 километров, Галя. Пусть получится тебе двум бабушкам Вите встретиться с малышкой Сашей в Турции. Эй, слушай, это такая ситуация такая. Вот на самом деле, где Саша отдыхает, там лайнер ходит. 2 часа, и я нахожусь на Северном Кипре. И там могу сына взять, туда-сюда привезти, кайфануть слегка. И обратно домой поедет. Ну, он сейчас, школа же у него сейчас. Он онлайн учится, нельзя пропускать. А, хотя онлайн тоже можно пропускать это там. Вот Напильчика поняла, что ты такой добрый, открытый, и хочется кому-то открыться. Но я ее, слушай, она, когда она хочет открыться, маленькая девочка, ну пусть она выйдет в эфир со мной здесь. Вот. И мы с ней поговорим, вы дадите какой-то совет, может быть. С Митей общались 1 сентября, я его поздравляю. Саня плакала, ностальгию она настигла. Ну. У меня так дочь выросла. Мне сегодня Сашка скидывала фотографии. Такая большая стала уже. Если ты развивал Инстаграм, у тебя было бы больше подписчиков, чем у Саши. Спасибо, Жека. Вот мне нравится, что Жека в меня верит. Жек, ты веришь, да, в меня? Я понял тебя. Спать когда? Напиля живет в Избербаше, она живет в Избербаше. Я понял. Кнаба. Напиле писал, что ей 22. Не знаю я, ребята. Для 16. По ее сообщениям, блядь, для 16. Жень, ну не все такие, как ты, открытые. А почему онлайн учатся? У них все, да, у них из-за пандемии все закрыто. Школы закрыты, все закрыто. Женя, она, наверное, стесняется. Да, ладно, не хочешь, не надо. Да, рядом. Я понял, брат. Манюня такой классный у вас. Спасибо. Там на самолете можно до Кипра. Слушайте, там по воде можно на Кипр. Жек в Жеку всегда будет верить. Жека в Жеку. Это вопрос был. А, это вопрос был. Я понял, был эфир, когда Напиля писала, что ушла от мужа. ХЗ, правда. Какого мужа? Вы что, с ума сошли? Она постоянно пишет, что ее мама бьет. А почему в эфире не добавляешь никого? Вот почему парни такие молодые и женаты, а? Ну, потом, блядь, ну, нашли, ну, подожди, свое счастье. Нашли свое счастье, говорю. Ну, подождите, сейчас разведутся скоро. Не разведется. Ну, слава богу. Мне нравится их уверенность. Я специально это сказал, чтобы они так ответили. Так, если на Кипре карантин, то куда? На лайнеры ходят. Так давно в эфире ни с кем не заходил. Молодцы, ваша семья, пример для людей. Спасибо огромное. Ау, поздно в 22 замуж выходить. А я говорю и по воде тоже. Но я по воде не смогу, Марго. Хотя, может быть. Может, я святой. Он добавляет кого-то подписчиков, так что пишет, возможно, пообщаетесь. Спой известную песню про кабриолет. Как вы думаете, посадят нас 20 сентября? Не знаю, по поводу 20 сентября не знаю. Но я тоже слышал, здесь тоже в Москве говорят, что сейчас опять будет карантин введен, потому что... Ну, потому что. Не знаю, посмотрим. Жену себе красавицу отхватил, а дочь у вас, наверное, вообще невероятная. Не вообще, без слова вообще, невероятная. Ваша семья просто супер. Привет из Узбекистана. Узбекистан, салам алейкум. Вам тоже счастье огромное. Узбекистан, спасибо огромное. Ну, давай в прямой ехать. Да нет, не буду я в прямой выходить.
святой, тогда там все святые. Не все, только я. Доброй ночи из Беларуси. Беларуси, вам доброй ночи. В прямом, в переносном смысле. Я желаю вам доброй и спокойной ночи. Я сяду в кабриолет и везу меня в Аланию. Так аппетитно куришь, пошла курить. Давай, Катя. Спой нам немного песни, я твой герой. Блядь, что-то обсуждают. Какое любимое место в Питере? Да нету никаких там какого места в Питере. Привет из Гомеля, привет. Вот этих людей, которые без фотографий, я всех буду блокировать, потому что они неприятные люди. Что с клубничкой? Жив? Жив, жив, жив. Тоже тебя заблокирую. На вопрос ответил и заблокировал сразу. Женя, спой, очень жду. Ну тогда и из Минска привет огромный. Минску огромный привет. Лучше Гагарина. Мы же, знаешь, что мы слушали же песню Басты. Басты и Зиверт. Как она там называется, не помнишь? Улетай. Не болей. Не болей, да, 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 да. Как не ваш? Болит, не болей, не болей. Женек, ты какой-то уставший, что ли? Ну, немного устал, потому что мы сегодня и море очень же много энергии вытягивает. Вода сама по себе очень много энергии вытягивает. Плюс мы вечером пришли, мы поработали сегодня. Пришли вечером, еще мясо пока пожарили, сели, посидели чуть-чуть. На минуточку, давай в прямой эфир. Я тоже без фото, но я хорошая. Ну, супер. Поэтому заблокирую тебя. Как будет фото, так возвращайся. Так. Ну и Нижнему Новгороду привет уж. Привет из Боровлян и Беларусь. Привет огромный, Артем. Привет, привет. Привет, Артем, огромный. Беларуси огромный привет. Это наши братья, это наши сестры. Я искренне за вас переживаю. Я так хочу, чтобы у вас все наладилось. Я так хочу, чтобы вас возглавил порядочный, честный лидер, который будет давать вам возможность и зарабатывать, и тратить деньги. Чтобы у вас в Беларуси наконец-то стало развиваться творчество, потому что в Беларуси творчество не развивается. Вот. Все ездят в Москву, на Украину, в Украину ездят, зарабатывают деньги. В общем, вы наши братья, вы наши сестры, мы вас не бросим, мы всегда с вами. И я без фотки. Ну и, блядь, заблокировать тебя нахер. Сидишь тут, умничаешь. Ну на минуточку. Кто там еще без фотки был? Да не, Жень, не блокируй. Вот сейчас не заблокируй, попросили. Такие песни потом в голове звучат, не выгнать. Да, Жень, все, пошла завтра вставать рано. Давай, доброй ночи тебе. Спасибо за переживания за нас, белорусов. Да как за вас не переживать, елки-палы? Это одно и то же, что сосед мой. Как не переживать? Если честно, устали уже. Да, я понимаю, ребят, понимаю. Я не знаю, что вам пожелать. Ну, сказать желаю вам терпения, это, ну, это ничего вообще не сказать. Сил вам желаю, сил и добиться вам поставленной цели. Добрый вечер, Женек. Добрый. Здоровья, счастья вашей прекрасной семье. Спасибо огромное. Ау, да-да-да. Жень, ты долго? Нет, завтра домой уже полечу. Спасибо, Женечка. Счастья вам, Саша. Спасибо большое. Спасибо. Сынок такой взрослый, уже умненький, красавец. Да, У меня Митя очень умный. У меня, вы не представляете себе, какая у меня умная дочь. И знаете, что самое удивительное стало происходить? Вот ей сейчас будет год, она стала манипулировать. Ну вот, Саша с ней сейчас рядом, она манипулирует Сашей. Ну вот, она там может кричать, плакать, но поверьте мне, это не от того, что ей там плохо, или она хочет кушать, или она там, ей больно, или что-то. Нет, она просто манипулирует. Ну, вот. Деловая, блин, стала колбаса. Чуть-чуть ей внимания не уделяю, все. Понимаете? Лисичка, хитричка у нас растет. Хитрая, хитрая девчонка. Ну и слава богу, что такая. А не амеба, знаете, которую в угол посадишь ребенка, и он сидит там, блядь, весь день. Один кубик там молотит, крутит, вертит. Женек, ну на минутку выйди в прямой эфир. Коломиец, ну давай, с мужиком выйду, давай. Что там ты хочешь сказать? Давай. Подключаю тебя, Коломиец.
Включай, Коломейс, где ты, елки-палки, ожидай. Видела, как Саша плачет, маленький манипулятор, туда, да-да-да, Женька, я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось, это глаза. О! Ну, что ты там хохочешь, блядь, хорохочешь? Я девушка. Ну, спасибо тебе огромное. Я ж думаю, ты сидишь с бородой, я думаю, что за мужик? Ну, я же вижу, что ты красавица такая. Ну что, как дела твои? Как зовут вас? Мои как? Мои дела хорошо. Как зовут? Женек, меня Юля зовут. Хонду, хочу Хонду продать. Вот я почему говорю про Хонду? Хонда. Помнишь ты? Хонда. Продай-то мою Хонду. Слушай, ну смотри, за сколько ты продаешь? Жень, ну она мне живая. Ну, ты что? Подожди, я не могу понять. Ты что, не в себе? Ты пришла Хонду продавать, ты задумалась о том, о цене, ты должна сразу выдавать информацию. Какого года Хонда? Ну, 8-го. Две... Да, ИПС на механике. Да понятно, механик. Какого, 90 или 2008-го? Алло. Малая, кто ты что там? Да ёпа. Да какого года Хонда, говорю? 2008-го, но она бьется, когда набираешь на механике. Там, ну, кажется, 2008-го. Бля, а бьется какого года она? Какого? 9-й год. Женька, ну просто, блядь, честно, у меня там BMW стоит, у меня муж покраской занимается. Там BMW стоит 420 лошадей, ему за ипотеку срочно платить, поэтому я и поставила ее. Думаю, ну мало ли там, ну кто-нибудь может и возьмет ее. Ну, она мне живая. Нет. Я там не спешу, не спешу, честно. А за сколько ты хочешь? Ну понятно, 12 лет машине. За сколько ты хочешь ее продать? Ну ты ж там обсираешь Хонду. Слушай, малая, ты что там? Не в себе. Я же сказал о том, что Honda это бомба машина. Я всего лишь сказал, что девочке, которая написала, что мечтает о Honda, я сказал, что это не предел ваших мечтаний. Ну, а так, как она подумала? Похуже подумала. Ты обосрал Honda по-любому. А сам едешь на Infiniti. Короче, ладно. Давай. Давай по факту, Хонду за сколько хочешь продать? Ну, 650. Ты что вообще? Ты, блядь, откуда упала? Ты что, куку? Ты за черешней полезла и с ветки рухнула? Типа это дорого, да? Ну, типа нет. Типа вообще даром, блядь, я считаю. 650 тысяч, 12 лет машине. Ну, что ты? За 12 тысяч можно... За 12 тысяч можно, блядь, мэром стать в каком-нибудь городе у нас в России. Ну, она мне живая, ты понимаешь, что мне живой. Ну, понятно. Не крашеный, блядь. Масло не жрет, она мне на механике, ты понимаешь? Ну, я понимаю, масло не жрет, бензин заправлять не нужно. Я понял, я знаю эти Хонды такие, да, где бензин заправлять не нужно. Ты же сам знаешь, ты на Инфинити ездишь, вот я тоже. Какого года Инфинити, скажи мне? 18-го. Мы новые взяли с салона. 18. 2 года машине. Ну, мы еще... Пока проблем нету, да? А какие проблемы-то с ней могут быть? Да, только, блядь, бензин жрет, блядь, до 20 литров, да? Рак, слушай, ну у нее объем двигателя очень мощный, и кобыл очень много. Поэтому она... Да, ну, так как... Ну, 3,7 объем двигателя, 337 лошадки у нее. Ну, она дурная, она машина. Ну, как 20 литров? 20 литров она не жрет. Она жрет меньше. Если ты нормально ездишь, там, не газуешь, но у нас не получается. У меня Саша, она вообще газ в пол и прет, как сумасшедшая. То есть у меня Саша быстро ездит. У нее быстро расход. Ну, она у меня, да, она у меня любит погонять. Короче, смотри, Honda 2012 года за 650 тысяч. Давай, знаешь, с чего начнем? Давай мы, наверное, скинемся бабками, сделаем тебе МРТ. Башки. Женька, ну правда, ну жалко, ты понимаешь? Вот, блядь, я на ней 3 года езжу, понимаешь? Вот там просто BMW приехала к мужу моему, он красит, там ремонтирует, там арки покрасить. Ему срочно надо, блядь, заплатить за ипотеку. Так. Вот он ее срочно продает. Но я когда, блядь, понимаешь, у нее там 2 турбины. Не ругайся матом, не ругайся, у нас так, девочки смотрят. 2 турбины, я не могу. Вот я не прокатилась, вот, я хочу ее и думаю, если я Хонду продам, то суждено, я как бы возьму это. Слушай,
А ты не боишься, что ты, вот, тебя муж склоняет на то, чтобы ты продала Хонду? Ты продашь Хонду, он возьмет эти деньги, закроет свою ипотеку и с тобой разведется. В итоге ты без мужа и без Хонды. Нет. Ну, хорошо, что так. Я с Ростова-на-Дону, Жень. Я, знаешь, там, это... Короче, меня хуй наебешь. Ну, не ругайся матом, ну, хватит тебе, не ругайся. Ладно, я понял. Ну, слушай, ну ты информацию закинула в любом случае. Сейчас девчонки там, бабоньки услышали. Может, кто захочет Хонду за 650 тысяч? Ты мне скажи, ты работаешь в Сергиево-Посадском районе, там дальше куда-нибудь, там, Владимирская область, там есть земли у тебя? Нет, у меня по Ленинградскому шоссе земли есть. И по Киевскому шоссе есть земля. Сергиево-Посад нет. Пробка все стоит. Ну, стоит, не, Киевка не стоит, Ленинградка стоит. Киевка, ну, да, нет. Ленинградка стоит. Все, ладно, давай, доброй ночи тебе. Сейчас давай узнаем у моих бабонек, что они там узнают. Что так, я Хонду 100 продаю. Да, понятно, да мы поняли, понял. Продавай, продавай, продавай. За 650 тысяч продавай, давай, давай. Да продам, да, у меня живой аккорд. Да, понятно, слушай, понятно, что найдешь какой-нибудь. Найдешь какой-нибудь бедолагу. Ну, да, он живой, ну, правда, нет, ну, здесь, живой. Да. Здесь, расчет, здесь расчет конкретно на лоха на какой-нибудь. За 650 тысяч. Я понимаю, это, ну, правда. Хорошо, хорошо, что понимаешь. Ладно, давай, все, доброй ночи. Правда. Да я верю тебе, верю, верю. Ну, жалко мне, знаешь, как вот боженька смотрит, как ты, да, там боженька, да. Ну, суждено продам аккорд, значит, буду на BMW. Нет, значит, буду нахуй есть, ну, 3 года, но никогда не подводила, вообще не подводила. Ну, и еще бы, еще я бы. Я корзину поменяла и диск, ну, то есть, сцепление. Ну, понятно, понятно. Все. Понял. Так она, блядь, ну, прям, ну, все, я понял. Секунду, понял, у меня последний вопрос, где ты сидишь? Смотри, там у меня Алабай. Граф, ну, ко мне. Граф! А ты его не видно его. Вот. Да вижу, вижу, спит, блин, спит, спит. Спит. Кто приехал? Кто пришел? Вот. Да никто не пришел, ему пофигу вообще, он на таком расслабоне. А тут питбуль у меня, а тут питбуль у меня еще. Альфа? Альфа? Слушай, ну ты счастливая женщина. Счастливая женщина, у тебя Алабай, питбуль, да, и Хонда 2012 года. Вот тебе фартануло в жизни. Ладно, давай, доброй ночи. Женек, честно, там, как, правда, я ищу землю, правда, и я, как бы, наше строительство, это 100%, это по-любому. Слушай, ну, земли, земли, на самом деле, земли у нас, на самом деле, очень много, вот, вопрос в том, что, какие у тебя деньги, потому что земля очень дорогая в Москве. Ну, когда, знаешь, там, там... Не, ну, Хонду, Хонду продашь сейчас, конечно, да, там, там, земли купишь себе сотки полторы. Ну, ты знаешь, когда у меня тут и недвижимость была, баба ходит ко мне, я же мясом занимаюсь, мне барани там, свинь, говядина, ну ладно. Она ко мне ходит баранину брать. И до этого у нее земля была 10 соток в Сергиево-Посаде. Ну. А 150 тысяч. Сотка? Да. Сотка 150 тысяч? Нет, за 10. За 10 соток 150 тысяч? Да. А мать. Сейчас поднялась 350. Мать, мать, ты что там? Нажралась, да? Ну, скажи честно, да? В Сергиево-Посаде 10 соток за 150 тысяч рублей? Было такое, Жень, было. Блин, ну я понял, это так же, как Honda 2012 за 650, наверное, я понял. Да. Сейчас, типа, москвичи. Блин, ну, 10 соток в Сергиево-Посаде за 150 тысяч рублей, ну, это не... Это было, что, о чем ты? Было. В каком году? В 2012, вот, когда Honda брала? Вот, недавно. Ладно, мать, скинь номер карты, мы тебе на МРТ скинемся, башки. Что-то не то, по-моему. Я шучу. Ладно, все, давай, сейчас узнаем по Хонде. Давай, все, обнял. Спасибо огромное за эфир. Давай, Жень, давай. Давай. Ребят, я занимаюсь сейчас. Подождите. Ребят, я занимаюсь строительством. Вы понимаете, что такое в Москве, в Московской области, 10 соток за 150 тысяч рублей? Я вам на секунду переведу. Это 15 тысяч рублей сотка. 15 тысяч рублей сотка. Как вам такое? Короче, ребят, кому Honda нужна? 2012 года за 650 тысяч. Ой, 2008 года. 12 лет точили.
Ребят, кому, короче, смотрите. Здесь три момента. Первый. Кому нужна Honda, кому нужна земля за 150 тысяч и кому нужна баранинка. Всех малышки с руками оторвут. С какими руками? С ногами. Тебе голову вышибут, блядь, за такие деньги. У меня 2088-го мне за 100 тысяч продать ехать. Мы же в долларах. Да, не, да я не знаю. Да, конечно, ну, ребят, ну, нет, ну, не в долларах, конечно. Ну, хотя 10 миллионов за 10 соток. Ну, я не знаю, там просто сколько Сергия посадит. Я думаю, что нет, конечно. Я думаю, что там 1500. В Сергием Посаде, я думаю, что 1500 сотка стоит. Ну, 5 миллионов. Не знаю, может, реально на долларов имела в виду, что, ну, нет, 150 тысяч долларов, это... Ну, хотя, может, да, реально, может, на 150 тысяч долларов имела в виду, может, 10 миллионов 10 соток стоит. Это вот я в это поверю. Сергей Посад, это, ну... Авито, 2088 год. Давай еще... Да не, ну, хватит уже, ладно, с одной вышли и все. Сколько еще будешь в Дагестане? Венера, ну пока здесь, пока в Дагестане. Вот. Ну завтра улечу уже, но буду прилетать сюда, потому что у нас здесь объект очень серьезный. Буду теперь периодически прилетать. Как уснуть после коломиец? Коломиец нормальная баба, ребят, нормально. Она бараниной занимается, что вы хотели, я понять не могу. Вы же прикалываете, что ли? Это наши русские бабоньки. С ними лучше не ругаться и не спорить. Она сказала, стоило, а сейчас 300 с чем-то. Ну, блин, хорошо, 300 тысяч за 10 соток, 30 тысяч рублей сотка. Ну, хватит вам, ну, перестаньте. Ну, мы же строим дома. Ну, не гоните вообще. Жень, не бери больше в эфир, дабы избежать таких инцидентов. Уже Венера тебе пишет. Видимо, еще одно кольцо дать. Ау. Нормальная русская баба. Да, конечно, нормальная русская баба, хорошая бабонька. Хватит, не гоните дуру. Вот, нормальная. Она, поверьте мне, она найдет лоха, которому продаст за 650 тысяч Хонду 2008 года. 12-летнюю. Поверьте мне, в нашей стране лохов очень много. И обязательно на каждый товар найдете свой купец. И поверьте мне, она будет очень счастливой. Она же верит в это, что ее машина стоит столько. Неважно, сколько рыночная цена ее автомобиля. Главное, что она верит в это. А ее вера, она приведет ее к успеху. Вот и все. Я желаю ей этого. Найти какую-нибудь бедолагу, которому она толкнет за 650 тысяч Хонду. Коломейц, если ты нас смотришь, давай. Вперед, только вперед. Молодец. Ни шагу назад. В своем мире живет. Нормальный мир у нее. В Псковской можно за 150 купить. В Псковской области, ну, может быть, и можно. Но она же говорит про Сергиев Посад. Это Москва, Московская область. Ну, хватит вам, что ли? Там цены невменяемые. У таких получается не зря же она мясо торгует. Да. Олово золото. Почему такой пишешь? Она и за 800 продаст. Это такая, да. Такая лист, да, и за 800 продаст. Так и стоит на этом земле, которую сегодня купит, а завтра отберу сельское хозяйство. Ну да, там же, слушайте, ребят, есть же еще очень огромные моменты. Земля, переведена ли она в ИЖС там? Она там, земля там... сельхозхозяйство, то есть ее невозможно практически перевести в ИЖС, то есть, вот, и, ну, это жилищное строение, там, то есть, построить дом, там, невозможно, сельскохозяйственная земля, вот, там уже невозможно перевести, поэтому, ну, там очень много волокит, я вам об этом буду рассказывать в будущем. Слишком умная, шутки у тебя плоские, Лиза, Лиза, слишком умная, шутки у тебя, Лиза, плоские. Так, что там такое у него? Бабоньки, вы что там ругаетесь, что ли? Ладно, все, давайте. Я вас всех обнимаю. Сегодня, кстати, эфир реально очень долго. Нас не отключают. Мы прям долго очень с вами общаемся. Все, всех обнял. Доброй ночи всем. Я думаю, что сегодня опять вам Евгений Владиславович поднял настроение. Вот. Всех.